Так, во-первых, всем добрый вечер, дорогие друзья, с вами я, Сильчик, и сегодня мы будем искать чипс Elite Energy. Найдем, у нас пропал брат Рената Рупат, приехал, я не знаю, тоже с ним познакомим вас. Всем салют, сейчас лоб протру, подождите, я просто проснулся только. Вот так выглядит сейчас моя машина, вот так. Холодный путь сделаем? Блин, не знаю, а вдруг люди спят? Выбирать, на какой машине ехать, Mercedes GLK есть, Range Rover есть, Tiguan есть. Это что, Acura, Hyundai, CR-V, третья бэшка, G20, X5, 70, X6, 72, M5 F90 есть, Nissan Qashqai есть. Блин, прикинь, она до сих пор горит. Я отошел. Вайб, ну салон сейчас вообще по***й стал. Салон сейчас вообще ствол стал. Да, W. Есть новость не такая небольшая. А, без холодного пуска просто заведем. Просто как оно есть. Блин, вот это то, что я прошил, прикольно смотрится. Но оно смотрится только ночью. Днем вообще не палится. Вот, ты едешь, то есть так, и у тебя чуть шея затекает. Видно, да, меня? О, и чуть шею греет. Кто хоть один человек по мне соскучился или всем на меня по***? Блин, Ренат, где я за***ался? Он ждет, сука, как девочку под двором ждут ш***ку, блин. Четко я, блядь, хорошо зашла. Брат, он только через 25 минут. Нам поехали за чипсом Литэнер, садись. А машина моя? Нахуй нужна. На одной будем? А какая нахуй разница? Ренат, Ренат, Ренатик, догоняю, иди сюда. Ту-ру-ту-ру, забрал. Здорово, блядь. Ренатку? А? Чё, видишь, ты чё, до чего доводит твоя популярность, брат? Это немка, это 540-я, 540-я. Эй, то же самое. Что, блядь? Чё? Чё? Так он похож на мою машину. Я не видел это? Да yes. Ой, блядь. Плюс рэп. Я яйца в это сделал. Я лучше булки буду. Бля, хорош. У меня бесит уже. Йо, иди нахуй. Он что, бля, он что-то чальчует, слышь, брат. Он сейчас ЧП Краснодар тебя выложит, типа ты нарушаешь, понял? Не-не, он не поднимется, он здесь на шлагбаум. Руфа, ты где, брат? Да, байбаста. А, ты прям наверх поднялся? А ты на чем? Какая машина? Черри Ризо. Сейчас он его сюда прям привезет, давай. Так, шма, смотри на столы, если мои бывшие. За каждым столом есть, да? Лево, как что-то, блядь, сноровку теряю, сука. Он на че? Он говорит, я вижу байбаст. А, не значит, внизу, на дальней. Была не за забором вот здесь. Сосешь, ну сосешь. А, вон, все увидел, есть. Прикинь, все, нахуй, сноровку не теряю. А, вот и вторая. Бля, хорошо, все, нахуй, не теряюсь. Гио, дай сигареты. Шма, не теряю здоровку, нет, все четко. Налево смотри, здорово. Че, у меня зрение хуй. Че, нормально, два есть. На него он машину, смотри, сразу видно, как последний помыл чернильтель уебищный, понял? Такой, рад, дешевый. Че он делает? Паркуй его. Я сейчас, подожди, А, вон Черри Тига. Ва, Руфат приехал. Руфа! Ты меня не найдешь. Что ты, зажигалку дай. Что ты хочешь со мной? Зажигалку дай. На его улыбку. Что ты придумал? Пойдем. Во, у тебя сумка, Вась. Здравствуйте. Как дела, брат? Нормально, брат, ты как? Что делаешь? А как ты потерял? Как ты сын? Ну, пац, здорово, ш***, как ты? Большой, пал. Тупой, что ли, мы же виделись еще раз. Нет, ты большой, брат, отойди от меня. Большой! Ну, он повзрослел как будто, да? А ты где был, брат? Зажигалку, да.
Лагает YouTube? Не беда! Дед из Якутска решил эту проблему. Заходим в App Store, пишем Дед VPN и скачиваем. Это самый быстрый VPN на просторах интернета. С ним заработают все соцсети, банки и YouTube в 4К. Скорее скачивай по ссылке в описании или закрепленном комментарии. А, не, есть... Диана, салам алейку! Как ты? Я в городе. Дай ему чемодан вокзальный. Зажигалку дай. Дай зажигалку, где там. Он тебе разлетел. Обосрался. Страшно, на старте чуть духа хватало. Прям ужасно было. Ты вырос как будто, да? Высокий, Вась. Ты большой, пиздец. Он в камере маленький, брат. Я похудел. Или вы все большие. Ты тупой, что ли, мы? Я в Грузии жил с тобой. Когда? Два года, блин, назад. Что, два года назад? Мне как будто 15 лет было просто. Как тебе мои в 10? Ой, в 5. Ты пересобранная же? Двух частей. Не, резко считаешь? Шмат, ты-то в паспорте, только таможенный. Самое главное. Да. Она в сумке, брат. Там у меня мама говорит. Я когда, говорит, выслал, когда бумажку дали, я чуть не выкинул. Ну, на его костюм, ты че уел, что ли? Чем пятница, ты посмотри. Как твой брат оделся? На его форму. На меня посмотри. It's on. А ну на. Короче, эта крыса за нами везде катается, я не знаю, что он хочет, и молчит. Аба? Ты что, Махачкале опять, прикинь, заправку взорвать? Я знаю, брат, да. Вам что-то часто бахает, почему? Видимо, этот... Курят, может, поэтому. Может быть. Ты что, тоже так делаешь? Вообще, что? В городе я не курю уже. На заправках? После первого раза, когда Дагестан взорвался, я никогда не курю на заправках. Было, я... Да урод, не курю, брат. Он курил. Смотри, на Газпроме, помнишь, где воду заливали? Брат, умоляю, подойди к ней и фары слепи, раз, чуть головой. Бля, брат, ну то, что ты вот тут снял? А, она же сидит. Ой, ты бог, хватит, брат. Типа, чтобы они на каждый столик ищут свою бывшую. Поехали, да? Это кто? Похуй, пойди, 90. Она красивая, брат. Так это не в 90. Да, она красивая, брат. Ау, сегодня пятница, Ренат ходит облизывается. Да, Ренат в 11 уезжает. 11. У меня сборы. Гуляли с тобой и были вдвоем. Не надо, 30 минут не прошло. 30 минут не прошло, проезжай. Проезжай, нормально. Да, все, понял. Ты тоже видел? Да, конечно. А ты откуда ее знаешь? Не, никчелки, пацан. Да у мамы никчелки. Не, реально никчелки. А вы, блядь, пацан проехал, а то сюда вручу мне его дома держать. Вито! Вито! Гио, опять как Гио бесплатно проезжает, поправляет меня, знаешь. Вито! Блядь, это самый легкий поворот, знаешь. Это, кстати, просто занесло без шуток. Я здесь не испанал ничего. Отскользнулся, да, брат? Отскользнулся. Бананы кто раскинул, ёбанин? Блядь, это пятерочка, блядь. Блядь, оптима красивая, блядь. Где? Вот. Такой цвет необычный, да? Да, ебать, красивая. Ну, старый, но ебать. Даже новый есть, блядь. Захотелось. Откуда взял? Не знаю. В кармане нашел. Покажи, а ну. Сань, хочешь, да, брат? Четкий. О. У меня четкий. Четкий, да. Пошел. А, кстати, я знаю, что привез. А. Угадай. Ну, угадай. XL? Нет. Парламент аква? Свечи NGK 9756. Хуйня, потом? Это ты, блядь, за дурак. Нет, самый. Дальше. Вариант есть? Апельсинку, я не знаю, что это. Это привез, да? Ау, я в аэропорту, бля, Артур все дал, на у меня вся сумка в г***х была, бля. На я ему дал, кстати. А там, на с чем ты? Че привез? Это твои да. Эти х***ки. Там один Милайн и один... У меня брат я очень... Я тебе не дам выехать. Спасибо. Стой, я сяду его в разбей. Куда поедем? Ты ничего, что уже к нам подходил? Реально? Куда едем? Шачир, Иван. Да, ты познакомился с нами, сказал Шачир и Иван. Да, блядь, остань на секунду, я сейчас к друзьям подъеду. Ну ладно, поехали. Че, куда едем? На Красную. Реально? Да. А меня друзья здесь ждут? Ну ладно, ждут. Ну ладно, согласен, похитили, а меня? И че в итоге, че у вас по плану сегодня? На пятницу, субботу? Ничего. Реально? Да, вот у меня тоже, может, вместе планы какие-то сообразим. У меня стол в архитекторе на один забронен. Ну просто я вкинул, типа, ну. Есть вайп есть, можем сейчас поехать. А как вас звали? Раз, ты не спросил. А ты не спросил даже.
Реально? Нет, да, он спросил тогда. Не спросил бы я. Спросил, а ты не помнишь. А я один был? А давай ты угадаешь. Катя? Нет. Настя? Нет. Елизавета? Это какие-то самые конченые имена выбираешь. Алина? Угадал? Нет, а ты Алина? Я Алина, да. А ты? Ну ты точно не Антон. Ладно, Вика? Нет. Я не знаю даже. Кристина? Инна? Юля, давай пройдемся по тем, кто у меня был. Да я шучу. Ну точно не Диана. Нет. Дилара? Нет. Лера. Кстати, татарское имя. А, у тебя татарское имя? Нет, у меня греческое имя. Я татарка. Он уже все имена перебрал. Я татарка с греческим именем. На самом деле это такое популярное имя, что он в натуре не попал. А, Дилара! А, было. Динара. Да не татарское у меня. Да не на Д у нее. Подумал, что... У меня греческое имя. Антика? Дана. Нет. Даша. София. Да. Да, хуя сюда. Я когда не делал, скажи. А вы что, значит, бухгалтер или что? Что занимаетесь вообще? Батя. Я менеджер по продаже. Тут золотое яблоко. Врач? Да. А какой это спектр? Педиатр. Реально? Да. У меня как раз этот ребенок есть на проверке, знаешь, сюда. Вылечу. Тебя обратно туда? Ну да, есть как кайф есть. Да, да, поехали на красную. Да. Ну, блядь, я бесценный. Давай мы продадим, блядь. Я бесценный. Закрывай двери. Все. Да, блядь, я сейчас за 2 секунды открою. Нет. Продаем Ренатка. А я вообще, блядь, меня... сколько малых придет? Реально. Ты прикинь, сколько девочек придет? Мы что за бизнес замутим? А? Что за бизнес? Я процент тебе дам. Ну, сколько? 5%. 5%. Или это очень мало. Давай 7. Ну 7. Давай. 7 за... Цена какая первая? Ну давай будем продавать автографы. Да, я не умею писать. Да, просто фото. Налево. Просто фото. Муля, можешь мне в щеку посылать? Самое дорогое... У них там ничего нету как раз таки у меня. Лучше там мои машины продать, там лямов на 50 выйдет. Да? Давай ключи. У меня только АТФ-90 с собой ключи. Давай. А другой там ключи. Давай. Не, как будто ломает, знаешь. Бля, ключи потерял. А ты монтируй мне бэху. А что за бэху у тебя? 320. Реально, F30? Если бы, бля. E46? E90. Охуенная у меня была. Но у меня была E92. Чё она? Синего цвета. А как кто разбил? Типа на встречке вылетел. Где? На красной? Где стакановская. Чтобы ты понимала, тебя на стакановской разбили, а меня на тарелочной один раз. Сейчас покажу. Давай. Покажи, покажи бы. Ну, у вас есть парни? Нет. У меня тоже. Жаль. А вы где живете? Как раз один живу, знаете. Ты такая маленькая, сколько у тебя рост? 76. Видите, дюймовочка. Сколько у тебя нога? 35 или 6? 35. Бля, да здесь нихуя нету, по-братски. 100 тысяч ремонтов. Фара, бампер. 200-250. Сколько? 200-250. Ну, независимый лям 430 насчитал. Да ну. Ну, выйдет все там 250 на. Ты еще заработаешь лям? У меня подушки еще набьются. Да, у меня шрамы. А вы вместе, да, были? У меня шрамы остались. Блин, у меня тоже покажи. Тут шрамы. А, недавно, что ли, авария была? 15 августа. Блять, соболезную. 11 дней назад даже. А сегодня число? А, ну, 12 дней назад сейчас, блядь. Я просто счастливый, поняла, я дни не считаю. А, сейчас сентябрь же, блядь. Я думал, сейчас... А, все, извиняюсь. Она по страховой ее провела. Вот ты сейчас номера мои запалишь. Уже запалили. Зачем? А он вышел, начал меня сгнать. У меня 400к по каска, мини-каска. А шлем уже какой был? Второй, третий? Че? Ты говоришь, каска. Ну, мини-каска. Типа, когда нет страховки. Ну, как бы аккуратно, видите, с поворотниками и так далее. Классно так. Конечно. Я прям вайп поймал такой, знаешь. Я аккуратно. Ты очень аккуратная. Если ты меня хочешь купить, я могу тебе продать себе бесплатно. Только скажи, куда ехать и во сколько. Ну, я после 2 свободен. Я тебе нужен весь или так? Половичный. Половичный. Какая половина нужна? Верхняя или нижняя? Да я шучу-то. Какая она милая. Так, я, чтобы вы понимали, езжу только на BMW. Вот прямо. Прямо езжай, прямо езжай, прямо езжай, прямо. Вот на светофор я выйду. Не, езжай, езжай на светофор. Да не, спасибо большое. Девчонки, обнял, целовать не буду, хорошо? Давай. Открой дверь, умоляю. Девчонки, еще встретимся. Чуть скутериста не сбил.
Шма, не обессудь, позорнулся в моменте. Да, нормально, хорошая, такого не ожидал, брат. Ну, нормально. Сегодня с ней пойдешь или? Не, шма, я, блядь, сегодня без девочек. Я же сказал, брат, я неделю без девочек. Да, ночь смешно, брат. Несколько сейчас сломался. Дай себя думаю, не по. Че, нету, да, здесь тоже? Не-е-е. Здорово, брат! Здорово, здорово. Бля, удобно, когда подъезжаете свои... Здорово, здорово, брат. У него хороший X5. Они сегодня ничего не отдыхают. А, по 11 же. Они все не отдыхают. Вот это мой брат сделал сейчас. И вот она. Ау, Курдивар! Руфа делай! Ау, Руфат как делает? Руфа, у тебя есть медика. Интересно, Руфата будет подходить и фоткаться? Что делать, что делать? Беда-беда. Беда-беда. Что делать, что делать? Ренат! Шея тоже заболела, беда-беда. Что-то в последнее время шея именно замыкает, что прям беда-беда. Брат, так она закрыта, да, получается? Руфа, смотри, проезжаешь, ага. Ты гаишники так далее, понял? Свои гришки, все, брат. И все, отпускают все. Тебя. Все. Только потом просто могут паяльник в жопу засунуть, но это просто гришки свои. Это на тебя привык, Руфат лишенный, блядь. Тихо. Умоляю, кто-то пошел, я пишу-то говорю. А? Сейчас. Ты в Грузии лишенный. Я знаю. Не лишен он ничего, нет. Умоляю, пацаны, сейчас пишу-то говорю, пожалуйста, кто, у кого рядом есть пятерочка? Кто может пойти купить и отправить нам на адрес? Просто, пожалуйста, я вам денег дам. Я вам 1500 рублей дам, пожалуйста. Сколько? 1337 рублей дам. Богатый. Умоляю, ладно, 2000 дам, пожалуйста. Ну, сделай, прошу. Просто купите. Пацаны говорят, мы за 2000 даже со слова не станем. Пожалуйста, я вас, блядь, у меня просто... Чел, все пятерочки закрыты до 22. Все. Как старый добрый стрим, брат. Красная, БК, One Love, Аврора. Тоже принимают на капоте. Знаешь ее? Можете передать привет каналу моему? Можете привет моему каналу передать? Всем чертям вот здесь. Да я шучу. Какой... Я хотел сказать, я черт. Спроси Гинзуку, знаете ли? А увидели Гинзу косичку спалила? Да. Одну? Как она кайфует вообще? Беда, беда. Вот они стоят, брат, я же говорю, вот. Ошалеть, я шуга, я же так очкал, что выхлоп вырублю. Ошалеть. А что, брат? Брат, это именно, брат. Вот они. Оператор есть? Нету, брат. С ОМОНом. Ошалеть. Еще вот состав. Ты снимаешь что-то? Да, брат. Ну правильно, правильно, да, этих нарушителей, йоу. Валим отсюда. Я аж так очканул, что выхлоп вырубил. Новый Гетем. Мы прям заедем отсюда. Ты мала? Да. Ау, там народ, не будет быстро. Давай назад, хороший сон. Собирается, блядь. Нормально, что? Здорово, шма! Блядь, хорошо там было, знаешь, на самом деле. Да? Да. Блядь, разберется мне или что? А куда едешь, что? Мяу! Я с собой встал. Ой-ой-ой. Блядь, это мой M5, брат. Блядь, хорошо. Я ей просто тут топливо загнал, смотри. Когда в топливо загоняешь, брат, догорает на улице. На шестерке понял? Только, блядь, в 5 раз меньше. Сколько раз меньше? В 6. А почему в 6? Потому что это шестерка. Остановимся, покурим, да? Я заехал. Видно. День города, что ли? Стрелял. Вот он! Краснодар, мажорка. No! Да я шучу-то. Но. Ренат в городе, да? Масло забрасывай.
хоть вас с калашами стоят. Чё так масло воняет? Не знаю, Здорово! Здорово, пацаны! Как дела? Все нормально. Свои. Свои. Ой, ебать, хорошо. Реально Акрап есть Акрап. Мне еще хочется Айзенман послушать. Вот тут без номеров, куда он заехал, брат? Не в масках, понял. Свои. Вот ты до своей атласа, шмак. Ну ладно. Синяя БМВ. Свои. Вроде в другую сторону выкрути, вот туда вот так. Ага, сейчас. А, это асвал. Извиняюсь, а это асвал? Да. Смотреть, да, значит? Да. Беда. Он уже трусы сняли ему. Она ему жопу порвали. Он без номеров куда выехал, брат? Слышь, Сэм? Давай, брат, лучше иди, да. Да. Брат, сейчас я здесь. Не, я тебе перезвоню сейчас. Там не было, там было, брат, у меня. Чем там стоять, вдруг машину, не машину шмянать, будет камера на эту, бля, лучше здесь поставить.